Итак, всем привет! Сегодня у нас будет еще одно видео, связанное с репликами древних карт Джину на новый лад, так сказать. И вчера я получил два картриджа с Алиэкспресса. Запускаю, потому что эти картриджи не совсем из Китая, они отечественного типа производства, они из Челябинска. Вот. Но сделаны именно под стать именно тем самым ранним. К сожалению, с времени эти картриджи так и не застал, только лишь вот именно из фотографий в интернете, на всяких тредах и так далее, связанных с бутлегными картриджами или так называемыми типа самыми ранними дендерскими картриджами, которые были здесь все время в продаже. Вот, сегодня у нас тут для сегодняшнего видео, короче, я тут выбрал один из двух на это. Ну, для начала, наверное, я их краски обоих покажу. То у нас здесь 4 в одном Joy Mac, потом игра про маленького повара, которую уже я показывал геймплей, только правда это с другого картриджа было взято. Потом Мицуме Гатору или Three Eye Story и Zombie Nation. Это же известно в Японии как Абрэмбо Тенгу. И второй картридж, который будет в следующем видео, в этом я не буду его показывать. Это вот такой вот тоже пейзажного типа. Здесь у нас Kickmaster, As the Hero, потом Jurenja и Kabuki Quantum Fighter. Тоже самое, как там Jigoku Gokurakumaru в Японии. Вот. Ну, сегодня у нас будет другой картридж, тоже с защелкой от пыли. Вот, и это все сейчас я буду опять же тестить на... Точнее, не тестить, а показывать вам именно на Famicom'е. Если кому интересно, на чем я все это показываю с RGB-модом. Вот. Ну, Joy Mac, в принципе, и так понятно, что это такая одна из тоже из распространенных средств была игра, только здесь у нас в краске она полноценная версия. Ну, понятное дело, в принципе, эта игра, в принципе, одна из попсовых. Мицуме Гатору или Three Eye Story, в принципе, эта игра за все мое детство ни разу мне не попадалась. И когда я узнал, что это одна из таких типа распространенных и известных игр типа среди отечественных геймеров, для меня это было, честно, как-то странным. Игра Томи, но вообще-то за разработку отвечала компания Natsume.
Ладненько, давайте дальше. Кукхаус — это еще одна игра про поваренку, которую уже, в принципе, я до этого показывал, пока до этого у меня уже этот кадрыш есть в формате именно Алянес. Вот этот кадрыш, который я до этого показывал, геймплей. Здесь, кажется, японская версия, но в NES-овском картридже, 72 пина. Все то же самое, Disco Taito Presents, японская версия. Потому что эту игру для Запада также реализовали, но по другим названиям. Там называется он как Panic Restaurant. И мы там играем не за молодого поваренка, а за старпера, похожего на этого, на Эйнштейна. Что самое смешное. Еще интересный такой исторический факт, то что над этой игрой, по идее, работал Кенджи Ино, который будет потом известен за счет этих 32-битовых триллеров, например, как Дино Шокутаку на 3DO, Deep Fear на Сатурн. От того карджа, которого я сейчас до этого показывал, там именно чисто японская версия, здесь она прям с переводом. Ну и последняя игра у нас здесь — это Zombie Nation. Одна из таких своеобразных игр. Даже с время мне она как-то не очень-то и понравилась, когда он еще в 97-м году этот кадрыш у меня был на игровке, и помню, что мы быстро обменяли у продавца, потому что как-то не совсем понравилась концепция в то время. Сейчас, конечно же, тогда мне очень нравится, но тогда казалось, что вообще какая-то из курса Г типа игр. Вот как сейчас уже я знаю. Ну, кажется, что нет, в принципе, это одна из классных игр таких. Thank you.
хватает. Интересно, что почему-то эта игра на овердрайве, она запускается с помехами. Вот. Так что... Один из минусов, конечно, имени того, ну, в коллекции овердрайва, что некоторые игры там запускаются с огрехами какими-то. Когда имеешь, типа, отдельно картридж с игрой, что так там получше работает. Странная. Прям вообще. Нет. Чуть было не попал под луч. Нафига мы кушаем людей, которые это падают из небоскребов. Нам даже, по-моему, энергию нам не возвращают. Странно. Многоигровка, 4 в одном. В принципе, опять же, ее никогда у меня в детстве не было, но я был, конечно, сугубо заинтересован в том, что, как бы, так сказать, это одна из, типа, самых ранних многоигровок, хотя, вообще-то, пиратские многоигровки на Famicom датируются чуть ли не 87-м годом, вот, но это уже такие, так сказать, посредние, что ли, по не знаю, как правильно сказать-то, по появлению, что ли, то есть 93-й год-94-й, краски, самое начало здесь, в России, появления этих фэмиклонов, потому что, ну да, ладненько, короче говоря, такая была многоигровка первая. Так что до скорого.